Может, другой скажет что-то важное. Никогда не надейся на лучшее. От мертвецов толку мало. Откуда они берутся? Когда отсекаешь дух от плоти, срез не всегда бывает ровный. Ты уже встречал духов? Да, много. И каких? Назойливых. А мировой змей знает, что часть его тела лежит здесь? А еще короткие полезные истории. Хорошо. Однажды скорпион захотел переплыть через реку. Зачем? Если станешь перебивать, я замолчу. Ладно, ладно. Скорпион обратился за помощью к жабе. Он сказал жабе, что вознаградит ее, если она перевезет его у себя на спине. Жаба испугалась, что скорпион ее ужалит. Скорпион заверил, что не станет жалить ее, потому что тогда они утонут оба. Жаба согласилась, но на середине реки скорпион ее ужалил. Жаба была смертельно ранена, они оба ушли на дно и погибли. Печально. Зачем скорпион так сделал? Скорпион причиняет вред, такова его натура. А, мама именно так говорила про богов. Твоя мать всегда говорила правду. Хватит историй. Эти я тоже не знаю, но они отличаются от других. А, еще такие. Отлично. Сын, ты помнишь, где Багбор и где Шкирбор? О, кажется, да. Погрузочный слева, а рулевой справа. Так? Не от тебя правый. По ходу движения Багборд будет слева,
а штирборд... Рулевой справа. Точно. Я знал. Знал. Что-то вижу наверху. Почти. Найти бы оставшиеся части диска с шифром. Я не прочту, пока не соберем весь шифр. Леонта! Я еще не видел такого огромного водопада. Какие большие! Наверняка эти ворота можно как-то открыть.
Сын? Слушаюсь. Еще одна карта сокровищ. Царапины. Еще одна для коллекции. Сразись со мной, громовержец! Боги глухи к твоим воплям, дух. Зря глотку дерешь. Не смейся над моей жаждой мести. Моя семья поклонялась Тору, а я решил его погубить. И я начну со статуи, что стоит над могилой моего отца. Не выйдет. Ты мертв. А мы можем тебе помочь? Конечно, не бесплатно. Повали эту статую, и я разрешу тебе порыться в могиле отца. Он упокоился на одном острове к востоку отсюда.
За что? Что ты ненавидишь Тора? После смерти отца мать поставила статую, чтобы она охраняла могилу. Представь себе наше удивление, когда сам Тор явился с соболезнованиями. Поначалу мы радовались, но он злоупотребил нашим гостеприимством. Мать умоляла его уйти, но Тор в пьяном кураже убил ее. У меня не осталось ничего, кроме горя. А потом я утратил его, и его заменил гнев. Я сочувствую. Идем. Нужно уничтожить статую. Мой отец похоронен на острове к востоку отсюда. Не спутайте статую Тора моей матери с уродством, которое стоит на юге. Убил Тор? А что? Запомни его историю. Жизнь людей ничего не значит для богов. Знаю, отец. Знаешь. А понимаешь ли? Да. Хорошо. Багборд? Прости? Багборд? Ой, лодка слева. Верно. Можно высадиться.
Вроде это последнее. Можно ведь, да? Да. Сын, сюда. Слушаюсь. Квейкия. Будь готов. Нам нужно поговорить. Еще один дух, которому что-то надо, как неожиданно. В чем дело? Я пришел сюда с торговцами, спасаясь от запустения. Откуда мне было знать, что здесь оно еще хуже? Мы не можем исправить твои ошибки, дух. Знаю. Но я опасаюсь за капитана и команду. Думаю, они все еще под водой. Вы найдете их. А ты можешь что-то предложить нам взамен? Я... Мне нечего вам дать. Ну... я не знаю. А! Перед смертью на мне была фамильная драгоценность. Найди команду, и я отдам ее тебе. Ладно. Спасибо. Уже лучше. Почему вы с мамой не говорили мне про запустение? За твою мать я ничего не скажу, но меня это не волнует. И тебя не должно. Тебя не волнует то, что все вокруг умирает? Наша цель — подняться на вершину. Да ну! Тогда что мы делаем на этих островах? Мы собираем то, что позволяет улучшить снаряжение. И уходим с пути только для того, чтобы подготовиться к завтрашнему дню. Так можно заодно мир посмотреть. И помогать другим. Несколько символов есть, но нужен весь диск целиком.
что-то вижу наверху. Штирборд. Справа. Хорошо. Здесь можно высадиться. Лёста! Пойди сюда. Нашли алхимика, о котором я говорил? Эй, Брок, ты слыхал о короле гноме? Это ты про кого? Про Мацагнира? Да, этот уродец когда-то правил местными жителями. Построил себе замок к северу отсюда. Гномий замок? Какой он? У тебя пара глаз и пара ног есть. Но перед дорогой советую запастись всем необходимым. Мацагнир собирает самых разных жутких тварей. Не знаю, кто теперь за ними присматривает. Что с ними случилось? А ты подумай. Ну, тут повсюду сажа. Они лежат кучей. Может, они прятались от кого-то огнедышащего? Но все равно погибли. Еще один кусок! Смотри. Ладно. Будь проклят, король гном, бич всех людей. Видать, король был не из лучших. Интересно, за что его так ненавидели? Они все мертвы. Какая разница? Да, просто любопытно. Любопытство опасно, сын. Оно отвлекает.
Читай. Слушаюсь. Вейда Даудер. Значит, преследующий смерть. Да уж. Ого! Как строят такие огромные статуи? Гномы – находчивые существа. Противные, но находчивые. Наверное, это очень важные гномы. Вот и Тор. Где-то у него должно быть слабое место. Я рядом! Не могу! Враги убиты. Сделать это сам.
свалится. Свергнуть Бога не так-то просто, сын. Знаю, знаю. Шучу я. Это не предмет для шуток. Прости. Отец, почему от богов всегда столько бед? Такова их натура. Но у них же столько власти. Почему никто из них не хочет помогать людям? Да, боги сильны, но сеют несчастье. Такова жизнь, сын. Дракон? Не видал их так близко. Там что-то есть. За мной, Атрей. Прости, я отвлекся.
Сын, сюда. Слушаюсь. Любопытно. Берегись его дыхания. Это я и без тебя знаю. О трех драконах, сидящих на цепи в Мидгарде. Это их алтарь. На колонне были три руны. Найдем две другие и освободим. Это не наше дело. Понимаю, но мама бы этого хотела, ведь это правильно. Ты снова думаешь сердцем, сын, и твои враги обязательно их воспользуются. Thank you.
Она бы это одобрила. Да. Не горячись. Если дракон нападет, нам придется его убить. А, ты прав. Я буду готов. Посмотрим.
большое. Его уже нет. Огонь! Я с тобой! Похоже, больше нет. За мной, Атрей. Прости, я отвлекся.